Lords of the Fallen не будет сегодня? Нет, сегодня не будет лордов. Сегодня будет только Warcraft. Но здесь еще вот это вот эльф. В общем, в этой игре прибавилось. Ну, Вест, собственно, тоже. Да как так-то, что-то там на символические 30 предлагает. Че турнирчик от ГГ не замутишь? Будет. Не на символические, там 3 турнира, финал. На финале 15, кажется, тысяч рублей будет. На квалификациях по 3, в общем. Все хорошо. Даешь 16 корон королей, даешь хороших героев. Герои в этот раз, конечно же, сделали игру. Потому что, ну, Архмаг, конечно, у него тоже был, и Панда у него была, и, в общем-то, и Тинкер тоже. А, ну у него главная проблема была в том, что герои сами по себе были не очень прокачанные. Ну, Тинкер 5-го левела, в конце концов, это несерьезно. Вот, но экономика дикая. Вот, и у Андеда, который был рядышком, тоже герои были не ахти. Хоть и два кипера, но, с другой стороны, Фаерлорд. Это несерьезно. Всем еще раз большой привет. Хорошего настроения. Выходные у большинства. Мало кто работает. Майкер Рейс. Орк. Что еще раз буду говорить? Вообще распустились. Криво поставил алтарь. Потому что если точка сбора будет наверху, вот здесь герой не пройдет, и сюда он выйти может. Но это уже классическая ошибка. Абвер говорит. Абвер рандом. А кто меня, кстати, спросил по поводу? Инфернал 000. Готово. Ну, зачем вы меня с Абвером сравниваете? Я же не это самое... Мы, конечно, похожи, судя по всему, по части папок, по крайней мере, на компе, но Warcraft-то он играет лучше меня, по крайней мере, в данный момент. Конечно, когда-то, когда он был молодым и неопытным, я делился с ним опытом. Готов. Я готов. Но он все-таки более молодой игрок и играл дольше. God bless you. За что? А что у него за папки? Я точно не видел, но по его словам пересечение определенное Постройте есть. Постройте лунный колодец. Постройте лунный колодец. Постройте лунный колодец. Ох, с Мануэлом завтыкал. Из-за этого третья арча выйдет весьма лениво. Готово. На какой площадке играешь? На арене, в А3 арена. Полено лагает. Минус один. Обязательно проверить соседей на предмет полена. Вдруг твой сосед полена. Это было бы здорово. Приходишь, захватываешь его базу. Слишком просто. Воруешь, убиваешь. Жду приказа. Ну, вы понимаете. А почему я не сделал второй АОФ? Так, мастер на все руки с фактой пришел. Старт готов. Укажите мне путь. Я готова. Я не буду выкапывать АОФ, потому что... О, что это такое? Пришел такой, наполучал и ушел. Я считаю, это стратом. Тихо. Так, висп ушел нормально. Дай-ка мануэльчик. Не будем торопиться с Т2. Тинкер сам по себе хороший герой, его можно качать дальше. А вот сейчас уже нужно выкопать АОФ. Да. Как-то криво я построил. Жду приказа. Криво построил. Споги скороходы, отличный девайс.
Прямо вот наиболее универсальный. Пару виспов делаем. Укажите мне путь. И уже подходим поближе к Аову. Готов. Построите лунный колодец. Да что ж ты хочешь-то, а? Опять? Опять лунный колодец. Ладно, придется факту сделать. Грейт на Т2 пошел. Ой, вот это плохо. Да факта первая только, и поэтому... Как же я получаю, а? Как? Нет! Ой, Васин. Добил бараком большого голема. Этому факту. А Калит пришел на Харас, да вы издеваетесь. Что это за... За дичь происходит? Так, тут Магас, надо сюда идти. Последняя арча, пожалуй, больше не нужно делать. Здесь, наверное, стоит запилить... А вот так давай сделаем. Давайте зеленую точку сначала прокрипнем, что вторая факта мне бы помогла на крипинге более сложной точки. По лимиту все ок, но... Не, не будем строить. Невидимые стражи тоже вполне себе девайс. Пока арчи там добивает. Я расставлю. Хилин варды помогут... Вот, на, в этой частности точке. Против вейва. Укажите мне путь. Жду приказа. Укажите мне путь. Можно гораздо более спокойно получать дамаг. Ни слова больше. Укажите мне приказ. Не, лучше спрятаться сначала. Книга мертвых. О-о-о. А это повод вообще убить нашего соседа. Вопрос только какого? К этому, с одной стороны, ближе. И он орк. То есть у него диспола вообще нет. Давайте проверим тогда его базу сначала. Сделаем еще Мунвелл, сделаем магазин. Ой, какой ты... Укажите мне путь. Как же он крипится. Ну, это халява, конечно. Не-не-не-не, нет. Просто добиваем его. Факторочка. Древо выращено. Жду приказа. И поехали. Ставим сюда Book of Dead. Перебиваем лечение. Убиваем Борусы. Какая халява. Факту, правда. Факта неудачно стоит. Ой, это плохо. Делаем еще одного героя. Покажите мне наши воины. Вступили в бой. Мой лук всегда со мной. Надо факторочку поставить. В самой куче здесь рабов. Чтобы им было несподручно. Все, маны у меня больше нет, поэтому. Ни слова больше. Не проблема. Готов. Жду приказа. Вижу цель. О-о-о! Вот этого. Мой лук всегда со мной. Это очень неприятно. Пришел андед сверху. Укажите мне путь. И планы, конечно, мне немножко подпортил. Но нельзя отпускать так просто. Тем более факта еще стоит. Укажите мне путь. Тинкер почти пятый. Надо свалить отсюда. О, какой герой! Блейдмастер! Блейдмастер! Жду приказа. Отличный герой. Прекрасный герой. Как раз под стать короны на него. Ему идут короны, вот так хочу сказать. Ему очень идут короны. Так, ЛС напоследок кинули. Добили арчу. Надо было вард оставить, чтобы знать, когда он... Ой, неким добивать, ой, неким добивать. Ладно, взял манку, пошел вперед. Шоу-доска. А это кто? А это Вард. Ладно, экспанд есть, лорницы строятся, поэтому... Да, видите, он здесь. Вообще тяжело тут.
Да. Хороший выбор. Что прикажете? Наши воины вступили в бой. Мой лук всегда со мной. Бью без кромка. Что прикажете? Жду приказа. Жду приказа. Мой лук всегда. Это сражение за сферы влияния называется. Еще одна факта пошла. Готовы. О, это ММК. Ох. МК это, да, это проблема. Может пока попробовать закрепить голема, который справа. Здесь все равно много экспа я не получу, разве что. Разве что. Как там? Да, есть голем, отлично. Медведи, пара мунвелов. Да, здесь можно, во-первых, получить 5-й левел, и мы его получим. А 5-й левел, это, между прочим, 3-я факта. Плюс еще девайсы ценные. Немаловажно. Также можно попытаться поставить, раз уж эльф настолько серьезно занят защитой. Ага, древо выращено. 3-го героя берем. Не, надо убивать, конечно. Нельзя ему давать развиваться. Привет. Что случилось в наших лесах? Он прячется. Что произошло? По славу пылающего зверька. Привет. Что произошло? Что прикажете? Падает варьком. Готов. Куда он? Наверх, наверное, да? Что случилось в наших лесах? Берем крит. Выпиваем манку. Ставим факту. Медведи и ждем 3-го героя. 3-я факта. 3-я факта просто. Понимаете? Вам не хухры-мухры. Фаерлорд, блин. Окей. А давай-ка вот так сделаем. Что прикажете? Не буди его мне. Тинкер высасывается мана, но у него кроме баниша ничего нет. Поэтому просто... Просто добиваем. Здесь необходимо поставить, наверное, пару протекторов. Что прикажете? Слушаюсь, ты повинуешь. Рейджуф. Медведи в форме. Есть. Справились. Так, отводим Тинкера. Ставим Эксп. Вспоминаем про то, что... Про то, что есть у нас еще центр, есть у нас еще крипинг, потребность во всем этом. Грейды не забываем делать. Ой, ну Фаерлорд, ну за что? Ну за что? Вот куда мне... Фаерлорда-то, приткнуть. Так, а Ов пойдет лучше сюда. Начнем с этой точки крепиться. Готово. Пару древ ветров, естественно. О чем шумят деревья? Обороты в норме. Маны мало. И готово. Надо взять еще одного виспа и попробовать здесь поставить базу. Сколько медведей-то, а? Что произошло? Целебное зелье. Фейерлорд получает левел ап, но... Ну, я больше тогда блейда буду контролить, потому что с фейлом у нас... Вряд ли что-то получится. Конструктивное. Да, что произошло? Так, факту кину. Рычим. Грейды делаем. Книга мудрости. А давай блейду все равно. Что будет мудрым еще? Разве это плохо? Готово. Вторые криты, пока маны нет.
Надо посмотреть, что за фонтан у нас тут. Кажется, манки фонтан. Поезд богатыря. Фаерлорд получает третий левел. Можно, да даже и нужно поставить здесь сразу базу, потому что она более-менее защищена выходит. Не, жизни фонтан. Рычим. Тинкера не подводим. Полиморфы, но главное, что медведи хорошо под, под фонтаном регенятся, и там их... Арчи пусть умирают. Надо было их сразу отдавать. Единственная проблема у медведей, то, что они все в полиморфе. Так, кинем факту. Тоже убежим. Целебное зелье ФЛ берет. Сфера льда. У Блейда появилась арба. Хорошо. В центр идем. Так, а здесь же у нас же 1, 2, 3, 4, 5. О, а вот андед. Ой-ой-ой, как много-то его. Сеткой ловит. Вызываю раз, вызываю два. Ставлю хилинвар 3. Тинкера бьет. Пытаюсь... Убиваем МКУ. Теряем нычку, да, получается? А, нет. Не теряем нычку. Это радует. Да что ж такое? Что же у вас за прикол-то с точки сбора? Фейл уже 4-го левела. Грейды продолжаем нон-стоп делать. Здесь все хорошо. Идем в центр. Пора закупаться. Надо пронумеровать было. Надо всегда нумеровать новые нычки ФФА, чтобы в любой момент можно было изменить точку сбора и подстроить виспов. Тут я слишком поздно пришел, к сожалению. Ловить уже нечего. Разве что приобрести там. Не, ну лучше посмотреть, может, где-то я могу кого-то крипджекнуть или добить. Нет. Центр полностью. Полностью. Не наш. Увы. Ладно, Блейд продает ненужный девайс, покупает себе спаги. Да, можно иллюзии продать, тоже не такой нужен девайс ТП. Фаерлорда нужно закупать. Главным образом на ХП. Короны королей. Хотя какая корона королей для этого? Для... Давай для Блейда лучше, а? Что ты придумываешь? Ему вот отдавай какие-нибудь пояс богатыря, будет у него ХП. А себе надевай корону. По-царски. Опять же, ресурсы, с ресурсами все хорошо, а вот с этим все плохо. Надо убивать арчей, уже не хватает лимита. Так-то лучше. Один висп сюда, три виспа сюда. Пробуем тогда поискать удачи на соседнем. О, вот она удача. Тот самый Undead, да? Я вовремя зашел. Ну, пока факта... А, нет. Зря криплис. Кольцо регенерации берем. Медицинский трактат. Хотя факторочка-то работает. Вызываем, рычим, ловим. Много всего ловим. Добиваем. Дальше надо продолжать резать. Солберн. Блейду плохо. Еще одна факторка. Пробуем уничтожить. Пока никого не потерял. Только надо реджу сделать. На Блейда главным образом. Этого надо было убивать. Ух ты. Этот диспелится? Диспелится. Диспелим. Плохо. Заказываем. Тинкеру плохо. Передаем бутылек. Ах ты ж. Ладно. Блейду, как говорится, больше достанется, но уже все плохо.
потому что надо валить отсюда. Мне и там на нычке беда, и здесь на нычке беда. Везде беда. Пару скелетов задиспелить перед... перед тем, как уйти. Отдаем эту базу. Так, нужны ли мне медведи? Медведи много не нужно. Сейчас, учитывая андеда, мне нужны... Вообще, грейды 3-3. Сейчас у меня 3-1 всего. Точка сбора на Блейда. Блейду взять. Хорошо, что у Блейда рунные браслеты. Они как раз помогли от Кайлов ворачиваться. Фух, ладно. Значит, сосед у нас под боком тоже серьезный. Не, медведя надо убивать. Делать гиппосов. А, черт возьми. Хотя не совсем. Потому что там финдов много. Медведи как раз нужны были и против этого, и против того. Хотя там вермы сначала нужно склевывать. А потом убивать. Ладно, поехали. У Тинкера был ТП, но я недооценил силу ганга, так скажем. И оплатился за это. Надо добавить производственных мощностей. Исследование завершено. Ставим снова базу. Тинкер выходит. Выберите другое место. Тинкера закупить. Вообще Блейдом надо было бежать и снова закупаться. То есть если есть... В общем, Блейд побежал. А что скидывать-то? Ему ТП, наверное, придется скидывать. Чтобы взять когти плюс 15. Ох, надо маску смерти будет брать. Пофиг на то, что он не будет. Хотя... Не, замедляющий Блейд, это круто. Пробуем подразложиться здесь. Проверяем, что у Гераута есть. Он готов уже. Словил я молоток. У него вермы, у него до хрена всего. И лететь на вышке с такой армией, я... Это самоубийство. Точку сбора обновили. Получается, что нужно сюда веспов пригонять. Его кто-то явно отвлекает, либо он такой... Нерасторопный. Мне нужно здесь укрепляться. Вот здесь вот укрепляться нужно. Чтобы и с андедом верхним сражаться. И чувствовать себя в относительной безопасности. Ну, на случай, если снизу кто-то придет. Да. Так, давай-ка тебе, Фаерлорд, отдадим эту штуку. Побежим еще в один маркетплейс шопиться. Тут протекторы. Это ж ФФА, протекторы нужны. Нужны, нужны, нужны. Особенно... Ой. Я понял. Беру чашу выносливости. Это для пати. Притараним сейчас, отдадим Тинкеру. Тинкера 2 ТП. Ой-ой-ой. Сражаться или не сражаться? Да надо сражаться. Давай попробуем. ТП есть ли что еще? Есть один. Поехали. Рычим. Успею? Не успею. Слишком долго оценивал. Готово. Пошла факта. Что случилось в наших лесах? Что прикажете? Так, выкинь вот эту лабуду. Возьми себе один ТП. А ты возьми этот девайс. Побежал в маркетплейс. Здесь точка сбора сюда. Смотрим, что есть. Маска смерти, может. Да, повелитель. Хороший выбор. Ой. Да ё, ПРСТ. Не одно, так другое называется.
телепортируемся, пробуем успеть. Блейд, надеюсь, успеет. Склевываемся к чертям. Третьи криты. Фаерлорда бьют. Фаерлорд пытается отпиться. Да, Фаерлорда, конечно, тяжеловато. Тут сложнее всего ему. Но Блейд нарезает, как черт. Отлично. Устанавливаем базу. Протектор. Шестой тинкер. У меня никто не умер. Даже Дриада несчастная жива. Хотя нет. Я же построил медведя, стало быть... А, нет, у меня не полный лимит-то был вообще. Сможем телепортироваться? Готовы телепортироваться? Готовы телепортироваться. У меня столько ощущений, что меня разводят. Что прикажете? Хороший выбор. Корода! Замедляем деку. Что прикажете? Шодиска. Пробуем убить Верма. Да, но это... Это маловероятно. Здесь три виспа. Кто это? Это тролли. Ладно, мне нужны... Нужны телепорты. Нужны телепорты, учитывая, какое количество... Да, какое количество людей вокруг. У-у-у, понятно. Выберите другое место. Выберите другое место. Что прикажете? Соответственно, ТП раз. Отлично. ТП два. И подтягиваемся сюда. Привет. Здесь укрепляемся от нижнего, там же еще хуман, оказывается, есть. Подрезаем народ. А вот он пришел сражаться. Только не Фаерлорда. Да. Хороший выбор. Привет. Так. Готовимся. Уже пути. Готово. Готово. Ну что, поехали? Дриадку нужно было хильнуть. Она опять страдает, терпит. Бедолага. Ага. Так, тут все в порядке. Тут восстанавливаем базу. У меня всего одна центральная нычка. Это меня расстраивает слегонца. Ну и Андет, который постоянно... Пытается выйти на контакт, и, может быть, его... Что произошло? Привет. Оставлять еду. Я не знаю, как его убивать. То есть можно на мейн прийти, но мейн Андеда, вы же знаете, насколько он недружелюбный для... Готово. Для нас. Там и регены, и замедление, и вышки прогрейдят в любой момент. А учитывая то, что у него армия... Ну, не такая маленькая... Лучше, наверное, не стоит. Фу, передам-ка я от Блейда телепорт Фаерлорду, чтобы опять же освободить слот. Метнусь. Посмотрю, может, еще коготки можно взять по центру. Надо чекнуть эту базу. Просто вот, чтобы понимать. Так, тут Андет как раз стоит, да? Что там есть? Плюс 9. Нет, меня это не интересует. Можно его харасить, вот это можно делать. Здесь у нас свисп. А здесь у нас фигня, да? Кроме маски смерти, которая под вопросом. Так, пошли, точку сбора на... Наши воины вступили в бой. Точку сбора ставим. Ну, поехали. Жалко, у меня нет никого штрафующего. Дестройера подрезали. Если он телепортирует... А, он телепортируется сюда. Тогда все ок. Тогда все правильно сделал. Просто если бы он допустил ошибку с быстрым телепортом, с двойным кликом, у меня была бы возможность...
наши воины... Так не хочется лезть на это все дело. Особенно без химер. Готов. Тинкер с третьей фактой быстро убивает здание. Привет. Но так лезть не хочется. Ну не хочется не лезть. Здесь же все просто. Да, нужна тебе база, да. Центральная, да. Но не отдаваться же ради нее, правильно? Привет. Зачем это нужно? Так опять ничего толкового. Пробуем посмотреть, может... Фаерлорд еще без ботинок. Вау! Да ладно! У меня буквально под боком. Такая халява всегда. Готово. Ну как так, ну... Корону королей, отлично. Берем корону королей. Ой-ой-ой, ловят моих гиппосов, замедляют, я зазевался. АМШ, все дела будут, кстати, переманивать, скорее всего. Гиппогрифы все равно нужны. Так, ладно, хорошо. То, что есть снизу база, это очень хорошо. Можно даже... Во-первых, надо было сделать грейд на Nature Blessing, проверить третий армор, которого, скорее всего, у меня до сих пор нет. А, телепорты есть, здесь качаем раз, здесь качаем два, здесь не хреново качаем, но ладно. На будущее оставим. Нижняя база еще более полезна, чем верхняя, потому что... Ой-ой-ой, идут. Рычу. Надо... Бегать блейдом. Он уже такой пацан самостоятельный. Ой, шейда, ой, шейда. Ой, шейда. Самостоятельно блейд пришел. Если б не рунный браслет, он там остался. У него как раз треть хп осталось. Да, но попытка его занюкать непосредственно в бою, она чем дальше, тем будет более сложна для противника из-за возрастающего количества хп, за уровень, который дает, и из-за корон королей и рунных браслетов. Но вот в чистом поле, конечно, под фокусом он умирает быстро. Так, гиппосы есть, лес у нас собирается, грейды делаются, занычки мы готовы посражаться в любой момент, выйти из лимита 80 тоже. Глаз поставь, у тебя же есть, это точно. Вот глаз это классно. К сожалению, он носит с собой шейду. Водит, точнее. Исследование завершено. Еще немного. Может, еще протекторов отстроить? Готово. И надо его подпушивать все равно. Подходить, бесячие вот эти вот штуки ставить, факторки. Блейдом все-таки бегать. Проверять, вдруг к нему с другой стороны кто-то подойдет. Что здесь у нас есть? Нет, иди четко вот на этого. Да если бы... Да, это на полчаса работы. Привет. Кажется, он занят где-то, чем-то. Наши воины вступили в бой. Ну, если так, мне только на руку. Сейчас мы... Ворвемся тогда. Да, ТП пошел тут же. Агрессивный? Нет. Боится, он боится. Я за медведей боюсь. Так, Маутон Кинг капнулся до шестого, что ли? До пятого. Не лучше. Нечка достроилась, но откуда брать виспов? Откуда брать виспов? Медведи в расход надо пускать. Они все равно быстрее умрут во время сражения. Опа, тем более Инфернал тут бегает. Пятая панда, шестой лич. Что прикажете? Опять. Словил. Что случилось в наших лесах? Словил ведь.
гиппогрифа моего родного. Ладно, если мы с вами оставляем, ну, то есть прикидываем, что человек вряд ли нас пробьет в чистом поле. Да, все уже пятые. Можно отступить, если что, телепортироваться. Правильно, правильно. Собственно, действуем. Книга опыта. Блейдмастер, конечно же. Третий виндвок или ульта. В любом случае, ему полезнее, чем остальным. По соседям есть инфернал. С пустыми мануэлами. Это как бы свидетельствует о том, что он постоянно находится в каком-то творческом поиске. Его героями своими, естественно. Да, инфернал говорит ноу. Ну да, у него, видимо, герои. Ноу, Майкер, ноу. Ну как ноу? Что значит ноу? Yes! Рычим и, в общем, мочим. Ласт. Я видел твой ласт. Хотя он меня особо не надоедал. Вообще, тинкером можно и нужно, наверное, ему закупить когти плюс 15. Тогда он сможет... Да его и коронами тоже закупать хорошо. О, пришел. Бестмастер Фунфур. Третьего левела. Что, харасить, что ли, будет? Он говорит, ласта, у него тут еще море деревьев. Хитро придумал. И дерево ходит. Не-не-не, но это уже ни в какие ворота не лезет. Если ласт, то значит ласт. Никаких там ходящих деревьев. Священная роща осквернена. Понятно. На Шреддера тут свинья напала. Уже идут какие-то коалиции, договариваются. Опа, С10К. Взз, подрезали свинью. 10К. Дриаду запилил мою. Не прощу. Не забуду, не забудем, не простим, да, как знаменитая наколочка. А это что? Это Undead. Шейду вижу, надо... Гераутовская шейда ползает. Где ж ты дерево-то спрятал? Ну, вот дерево довольно шустро убегало, значит. Есть у него соответствующий грейд. Здесь, кстати, можно наконец-то продать девайсы из разряда не очень. Готов. И купить, по крайней мере, фаерлорду сапоги и... Золотой рудник скоро сякнет, мы передислоцируемся. Вот с этим надо что-то еще сделать. Он же жив, правильно? Да, жив. Так, и пришел отвлекать. Это не он. Это другой. Ладно, пришел так при... У нас тут Dream Team, Team Play. Что прикажете? И ливать, естественно. Ну, кто бы сомневался. Причем пришли такой лабудой. Ну, вот, ну, честное слово, ну... Разве это серьезно? Телепорт сразу, конечно же. Я твой Варден. Сейчас надо сражаться. Гераут. Стоит только уйти, и сразу начинается. Привет. Сидел в дефенсе и... О, Нага. Вот Нага может хорошо зайти. Вот минус Нага. Фаерлорд. Бэшечку на МКУ. Блейда жалко, но... Пока там Блейд вытанковывал, все остальные убивали все остальное. Хотя нет. Блейд бежит. Блейд левелапается.
Вот он как раз штрафует. Криты по 300. Замедление постоянное. Ну разве не сказка? Да, слушаюсь и повинуюсь. Обороты в норме. Что прикажете? Видит? Не видит. Очень жаль. Так, ну что мы имеем в сухом остатке? От эту нычку отбили, эту нычку не отбили, но строить ее, наверное, смысла нет никакого вообще. Наверное, имеет смысл сюда перейти, построиться таким образом. Держимся в лимите. Он 4 медведей меня убил. Гад. Ну и, конечно же, совместные атаки я не забуду, не прощу тоже. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Можно заменить. Заменить когти. Что прикажете? Хороший выбор. Нет, тинкер лучше сюда кидать. И бежать. Ой, мастер пусть здесь стоит. Так, гиппогрифы здоровые, живые. 3-3 грейды, окей. Здесь не добили товарища, придется, скорее всего. Да, он здесь. Пробуем продать ненужный девайс, купить что-нибудь более полезное. Более полезного ничего нет. Быстро бежим. Инфернала нет. Я понял. Вот моя цель. Есть что? Тут нет ничего, опять же. Так, там грейдятся вышки. Это первое утверждение. У меня будут проблемы с подкрепой. Надо точку сбора ставить другую. Сюда, например. Ай-яй-яй-яй. Здесь много. Ладно, с другой стороны у нас же есть... Ага, Блэдмастер без ульты. Ну, есть тинкер, во-первых. Рычим. Поехали, посражаемся немножко. Блин, как я тут посражаюсь-то вообще? Я тут никак не посражаюсь. Наши воины вступили в бой. Написал он ГГ. Не рановато ли? Когда начинать? Не так. Огонь, моя стихия. Обороты в норме. Что прикажете? Старт готов. Тил 10-10. 10-9-9. Ё-моё, 6-6-5. Стыд. Пошла еще одна факта. Что прикажете? Рычим. Поехали, ладно. Фейерлорда плохо. Блейду плохо. А, это Фанфор еще-то сюда пришел с Блинкдаггером. Красавчик. А в это время, что называется? Ну что за тайминги-то, а? Сейчас. Минусуется базом. Наши воины вступили в бой. Хороший выбор. Да, очень плохо. Золотой рудник скоро иссякнет. Обороты в норме. Старт готов. Очень плохо. Пытаемся отвоевать эту базу. Нижнюю нычку, получается, мы не можем сейчас отвоевать. Единственное, что можно прийти к Хуману на мейн, это... Наши воины вступили в бой. Три медведя минус из-за точки сбора. У нас мало времени.
И плюс там еще 10-9-9. Не стоит забывать об этом. А, ты вот так вот, да, значит? Вообще охренели. Так, выходим. Поехали. Ухожу из лимита, работаем. А что такое? Что ж ты не сражаешься? Обожаю нагу. Она такая юркая. Ой. Пытаюсь уйти, Блейдмастер. Каким-то чудом. Ай-яй-яй-яй-яй, видит. Весь воздух склевали. Вступаем. Так, Блейда сразу в этом восстанавливаем. Надо будет убить одного медведя. Хил, идем сюда, лечимся. Поднимаем Блейда. Раз, два, три, четыре. Убиваем одного медведя. Двух. Черт. Выберите другое место. Как же быть, как же быть, как же быть. Берем нычку сюда, здесь не строим. Ставим протектор. Отсюда переходим, опять же укрепляемся на этой базе. И эти три протектора тоже у нас уходят благополучно. Сова летает. Go kill blue, имба. Я ведь не blue, ведь я зеленый. Меня расстраивает, что там есть человек, который способен. Вообще Хуман еще вот это вот подбешивает. У него там 10 косарей, под вышками сидит. Можно посмотреть, сколько его там. И если звезды сойдутся, то... И ведь не дать не взять Блейду. Ничего ему уже не заменишь. И ХП нужны, и когти нужны, и... Знаю. Ну, убивал, называется, медведей. Придется еще сделать. Готово. Ох, медведь еще один. Отлично. Смотрим, что там у Хумана. В каком количестве вышки. Ну, он продолжает строить, грейдит. Судя по всему, эта база останется за ним, но... Блин. Что же ничего хорошего-то нет в продаже. Когти нужны, короны нужны. Инфернал отстраивает базу. А тут что? Да, есть когти плюс 15. Уже хорошо. И может торбу возьмем такую, маску смерти хотим? Да, давай так сделаем. 2 ТП, это тоже классно, конечно. Священная роща осквернена. Опа, здравствуйте, пожалуйста. И тут... Готово. Готово. 800, а зачем я здесь нычку-то делаю? Наши воины вступили в бой. Ах ты подлец! Ах ты паскуда! Диспл, 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 диспл. Фаерлорд назад. Давай нарезаем мелочь. Рычим. Весь воздух склевалим. Что, медведя убьешь, что ли? Ай да, красавчик. Попробуем сейчас на мэне. А почему так мало лимита? А, ну там и виспы же поумирали. И... Что есть? Довольно много вышки есть. Он хиляется. И здесь сразу же приходит еще. Да, все не так хорошо.
камень мало, кинжак камень. Короче, надо убить вот, во-первых, девайс, который опять мне пытаются. Там и хоть королевские короны, но я же гордый, блин. Я же не беру подачки. Все, убиваем. Лечимся раз. Ой, это зря, кстати. Квест построил. Окапываемся раз, окапываемся два. Раз, два, три, четыре, пять. С виспами проблема. Что есть, что то есть. Здесь проверить экспанд. Сбегать снова тинкером. А тут undead. Причем undead не грейдил ничего в плане вышка, его за это можно поджать. Не свисти, раздражает сильно. Терпи, казак. Атаманом будешь. Ну что, поехали? Поехали. Где остальные? Делаем ТП. Я почему-то подумал, что ближе значительно будут. Для того, чтобы спасти гиппосов. Трех я потерял, но большую часть спас. Пришлось телепортироваться. Что прикажете? Ой, а где же у меня... Как же я так с ТП там напортачил, надо было сразу брать его. Ладно, 80 лимита. Есть какой-никакой запас по баблу. Летают вражеские гиппосы. Это, видимо, квестовский. Он не посмотрел, сколько в шахте находится. Или его устраивает 800 голды. И те проблемы, которые нужно будет пережить, чтобы... Так, гиппосы уже не помещаются. Баз мало. То есть всего две добывающие базы. Это, конечно, для такой игры маловато. С другой стороны, я сильно не трачусь, но... Но все равно. Когти блейду. Так в том-то и дело, что блейда нюкают. И вы видели, сколько... Майкер, скаут, тил, АМДАЙ, скаут, МГ, this is ФФА. Слушай, Вес, ну играй, раз это ФФА. Давай, вперед. Контроль луч. Я от жизни беру то, что могу. От игры, точнее. От текущей ситуации. Так. Здесь же хуман вертится. Отлично. Наконец-то ульта пошла. Блю Столимгарк. Ничего не сделать мне тогда с ним. Что по шахте? 9 косарей. Неплохо. Ну, можно, конечно, там блейда выкачать, так что... Он будет разрывать на части, но это маловероятно. Нужны всякие ауры... Оп, оп, оп. Вот он undead, чья нычка была здесь. Ну, пробую. По возможности, ну, не то чтобы размениваться, но экспу получать тем или иным способом. Хотя я в ситуации не очень приятный. Во-первых, наверху все еще жив undead. Правда, сейчас его не видно, не слышно, но это уже другой вопрос. Хуман, буквально вот под боком, подо мной. Есть какой-то... Мифический товарищ, да не, он вполне реальный, естественно, у которого 100 лимита, и он не убиваем. И что с этим делать, непонятно. Кстати, Маунт Джайнтов нужно подготовить. Просто чтобы была возможность сразу грейжен их делать. Против лимита Гарк может помочь. В Мунвелла вкладывайся в нычках. Это, кстати, да, это хороший совет, очень хороший совет. Наши воины вступили в бой. Что прикажете? Блейд мастер, Блейд Сторм. Сделаем. Освещение роща осквернена. Угу. Куда ты ушел? Что прикажете?
У тебя есть ТПМ? Нет ТПМ. И здесь проблема. Ладно. У него мисы. Ну, арба подрешивает. Ну, хотя у него аура третья, я... Мне его догнать крайне сложно. Инвол. Мотылёк есть возможность купить? Ой. Вот, блейд вытанковывает таким образом. Весьма сносно. Гипсы летают. Готово. Тоже чьи-то. Мечку снесли. Убить андеда. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же. Как же опасно-то. Что прикажете? Во славу пылающего клинка. Да, хороший выбор. Что прикажете? Да, придите. Темная. Священная роща отвернена. Да. Что прикажете? Инфернал пришел. Так, тут протектор убили, но зато я двух андедовских героев минуснули. Почти. На тебя. Фактун доставить. Фаерлорду плохо. Ой. Фаерлорд, живи. Наши воины вступили в бой. И там сзади кто-то подходит, да? Я не понимаю вообще, что происходит. Вроде пытаюсь что-то сделать. Вроде даже что-то где-то получается. Но... ГГ пишет Horrible. Хорошо, андеда убили. Возвращаемся. Мы ничего не отвоевали, как и было, был экспанд хумановский занят, как и была вот эта вот нычка. Ну, правда, им была занята, поэтому... О, вот наш клиент, тоже бегающий бестмастером. От него тоже желательно бы избавиться. Фаерлорду берем ульту, вряд ли она, конечно, пригодится, но мало ли что. Строим много-много-много виспов. Для того, чтобы... О-о-о, Инфернал все не оставляет надежду отстроиться. Это правильно. Раньше времени нечего сдаваться. Ой-о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 й
сражаться. За нее нужно сражаться. Так, делаю. Работаем. Кажется, фейерлорда будут бить. Фейерлорд телепортируется. Пробуем убить. Да, конечно. Ну, фейерлорд, видите, самое слабое звено здесь. Он не держит удар. Дриадок заказал, потому что видел много вермов. И подумал, что, ну... что сейчас было бы неплохо. О, Хуман бегает. Вот все еще жив, а?
Эту базу нужно занимать. Инфосоточка. Так. Хуман, опять же, немного. Это несерьезный пока что боец. Полетели. Что прикажете? Вряд ли он когда-то будет серьезным. Подрежем сорочку. Да. Слушай, странно, что он... Да, хороший выбор. Что прикажете? Критуй, давай, критуй. Крит. Ну, крит. Слушаюсь и повинуюсь. Ну, хорош. Правда, это контрольный был такой крит. Он особо не решал. А ладно, пошло факта. Сделаем какой-нибудь такой ульт. Здесь пройдем внутрь и сделаем какой-нибудь такой ульт. Хороший ульт. Варденка умирает. Левелапы идут. Минус 3 героя. Отлично. И заказываем виспов на освободившийся лимит. После этого сразу же нужно метнуться и попытаться отбить вот эту базу нижнюю. А, он вышел из игры. Все, тогда просто... Просто здесь дерево поставить, если там еще актуально. Идем лечиться. Лимит 80, хороший задел по ресурсам. Вот бы мне вместо Фейерлорда что-нибудь... Здесь кто пробегает вообще? Кувест, ты чего? Без ТП ходишь. Нельзя так, убьют же. Давай, критуй, Блейд. Левелапнулся еще, гад. Ох, тут еще Undead. Да тот самый Undead. Тот самый Undead. И здесь, и тут. Везде враги. Жаль. Что у него? Ё-моё, это кажется он. Да? 9, 10, да, похоже. Да, герои шикарные у него. Панда, МК еще. Масса химер. Как я могу выиграть? Медведи не нужны в таком количестве. Да как так-то? Ты-то откуда? Ну. О, это битва. Это файт. Это интересно. Кого бить? Кого бить? Нагу бить. Нагу, 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 нагу. Сгрызли все вроде бы, что было по земле. Фейерлорд! Там ТП еще. Девятый Блейд, у меня там нычки убивают. Просто вот этот вот товарищ убивает все. Бас нет. Фейерлорд пьет, Блейд пьет, ТП закупает. О, гипосы какие, никакие. Еще. Вин 100%. Так что ж ты ко мне-то лезешь, вин 100%? Такой... Ванга. Люблю. Миша, давай на один на один. Слушайте, я бы рад один на один. Я бы за нычку посражался бы с ним. Если бы ко мне не приходили разные люди, которые пишут, что другой выиграл 100%. Да, верхнего надо убивать. Но чем? Видите, я спецом... Мне нужны виспы. Мне нужно, по крайней мере... А вот он. Выхожу из лимита. Не успею. Виспы нужны.
Что у него? Что я могу? 82 лимита, он еще рычит. Да. Да панда у него. Что я могу сделать? Против панды делаю. Форсира надо убить. Надо постоянно держать фаер... Нет, постоянно... Все, весь воздух убили. Прикольно. Форсира убивать надо. Ай-яй-яй. Твою ж дивизию. Какой же он жесткий. Шел в инвиз, хорошо. Там дышишь. Так, нужны химеры. Нужен Т3. Нужно сюда вообще убегать. Медведя подрезать можно спокойно. 10-й блейд. Я его съел. Грейт на Т2. Он восстанавливает. Восстановил. Бьем. Раз. Ах ты гад. Что прикажете? Священная роща осквернена. Ну понятно. Что прикажете? Выходит в дряд, вообще нужно фериков сделать миллион, учитывая наш воздух замечательный. Поставить не забыть. Поставить не забыть. Что прикажете? Да Блейд. Все раздает Блейд. Да как? Люблю. Не-не-не, назад. Гиппосы, вы что, назад. Мне нужно чем-то убивать дриад. Дриад убивать можно дриадами. И можно убивать фейриками. Делаем, собственно, и то, и другое. Устанавливаем наших героев обязательно в таверне. Славу пылающего клинка. Что прикажете? Блин, мне нужны герои. Да. Нужны. Понятно. Убиваем так. Устанавливаем. Да, это будет третья группа. Готово. Что произошло? Так, собрался. Нужно ставить базы, во-первых, здесь раз, два, три. Здесь грейд, окей. Лимит, понятно. Взял еще гиппоса сюда. Лечишься. Мунвеллы на мейне пустые. Дублировать мунвеллы нужно на экспандах. Склевать парочку гипсов. У него нет такого количества воздуха. Лечимся. 10-й этот, 9-й этот, древо выращенное, Т2. Перекапываемся сюда. Здесь нон-стоп виспы. Блин, надо гипсов убивать. Или разменивать. У меня их до неприличия много. Мунвейла дублируем. Потому что мейн у меня уже слишком далеко. Центр... перетягивается, можно сказать, да, в нижнюю часть карты. Бабло, слава богу, есть. Запас есть, присутствует. Бом-бом-бом-бом-бом. Нужно закупать фаерлорда уже. Так, здесь сничка не... С ней, в общем, все хорошо. Фейл закупится, ему нужны нормальные девайсы. Тихо, назад. Так, тут у нас дриадки. Гиппосы. Надо в дриад тоже переходить, потому что, в отличие от... Выхожу из лимита, в общем. Отдаю, наверное, эту тему. 10-10, ё-моё. А, парам-парам-пам! Телепорт идет.
А, дриады, только дриады. А вот на фонтане я посражался. Понеслась раз, понеслась два, понеслась трис. Это диспл, диспл, диспл. Это атака в фарсира. Здесь надо было делать ульту. Пытаться уйти, ни хрена не выходит. Нарезаем ФСы. Здесь делаем... Давай, 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 аккуратненько. Ну, Блейд, ну, Блейд, ну, твою ж... Фарсира убиваем. Фарсира убиваем. Фаерлорду плохо, не закупился, вот тебе и... Пожалуйста. Резаем панду. Сейчас он принимается за Тинкера, мы... Здесь... Где Блейд? Вижу Блейда. Не вижу препятствий. Бьем панду. Иллюзии. Хорошо. Есть. Блейд дикий. На тебя. Вау, какая игра. Д, дерево. Да, дерево это да, это проблема. Фух, лечимся. Охренеть. Так, сюда берем виспов. 5 штук. Это, возможно, одна из последних баз, в принципе, на карте. К старту готов. Слушаюсь и повинуюсь. Здесь... Манка, манка, манка. Он здесь же. Надо делать дриад. Блин, надо делать дриад. Ладно, у меня есть ульта, если что. Поехали. Подрезаем пару дриад. Он телепортируется. Третью дриаду тоже подрезаем. Хорошо. Так, давай сделаем... Хотя, если на фонтане, то можно даже под пандой сражаться. А, у меня нет протекторов, но не уверен, что это хорошая идея их здесь сделать. Давай дерево сюда перенесем. Вообще, эту базу нужно каким-то макаром укреплять, но... Я не знаю, как ее укреплять. Пойду закуплю стинкером. Что произошло? Ну, первая цель — форсир. Потом нужно контролить Блейда, делать иллюзии постоянно во время боя. Это уже я понял, в общем-то. Раньше времени гипсов не хочется убивать, потому что может выползти в любой момент какой-нибудь... Боевые барабаны орков можно взять. Нет, когти плюс 15 лучше. Хотя... Не, боевые барабаны. Потому что и для Блейда, и для... Да-да-да-да. 10% урона, это уже... Даже для одного Блейда это будет плюс 8 урона. А это уже половина когтей. Зачем? Правильно? Правильно. Фейлом закупиться. Фейлом закупаем ТП в первую очередь. И, наверное, слот еще один наполним. Ну, чем-то укрепляющим. Корону королей, конечно, must have. Здесь все ок, надо попробовать сейчас укрепить все-таки раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Выберите другое место. Я понимаю, что там панда, все дела, но... Да, так, фейл бежит сюда. Блейд, давай, давай-ка ты в инвиз. Что прикажете? Так, дрядки рядышком. ФЛ бежит хорошо. Пробуем штрафануть. Оп. 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 Давай, критуй, критуй, родной. Ах ты. Смотрите, какой. Фаерлорду можно, конечно, взять когти, но он не выживает. Ему нужно как можно больше... Протектор нужен. О! О-о-о-о! Так, фейл, что можно? Опять когти. Так, это есть. Давай когти тогда. Нет, это плюс 12. Падают протекторы. Факторочка пошла. Даю здесь хоть еще немного укрепиться. Иллюзии пошли. Так. Нет, 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 не надо заказывать. Надо дриад заказывать.
Mirror Mage, Windwalk, Blade Storm. Чуть назад. Мне не нужно ломиться, помни об этом. Виспы, 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 отменить одну дриаду, чтобы в лимите сидеть. А, жгу, жгу. Добро, 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 бобро. Все, живем, ребята. На эту нычку он должен ломиться. 7 косарей. Живем. Так, 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 так. АОВ, пригодится, тут все пригодится вообще. Шреддер же убили. Шреддера, да, Шреддера давно убили. Шреддера убили давно. О чем шумят деревья? Хорошо бы, конечно, его заменить на виспов. Согласен. Ой-ой-ой, идет. Ну, поехали. Это Б, это В. Фаерлорду уже плохо. Пытаюсь отступить. Вот этого надо нарезать, товарищ. Не, форсира уже. Уже форсира. Диспл, 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 диспл. Ой, нет, 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 блейд! Так, не, навалить отсюда. Давай-ка сюда свалим. Так, медведь. Ой, фаерлорд, дурында. Да мне нужны дриады. В смысле, мне да, мне нужны дриады, ребят. Так, здесь мы отопьемся. Нужно строить либо дриад, либо фейриков. Судя по всему, фейрики предпочтительнее. И по тому, что лимиты не занимаю. В смысле, леса столько не требует. Потому что у меня гипсы живые. Да и там Mountain Giant и против дриад. Это юнит такой. Нужен лес. Деньги не нужны, лес нужен. Причем отойти, чтобы... А, Фаерлорд, восстанавливать. Давай гиппогриф убивать. Факта. Гиппосы назад. Гиппосов надо убивать, ребят. Надо убивать гиппосов. МГ зажали. Есть МГ минус один. Хорошо. Хороший выбор. Давай, критуй, Блейд. Гата. О-хо-хо-хо! Жгун, просто жгун. А, вот это плохо. Есть, минус панда. Кто там выиграл? XD. Кто там говорил? Лучше поиграли, чем тимили. Да ежиш! Блин, как классно. Все, нычка наша. Лес есть. Гиппогрифов склевываем, чтобы Шреддера получить и не выходить при этом из лимита. Переводим его куда-нибудь сюда, поближе к лесу. А, дальше, естественно, собираемся на фонтане, подлечимся по-быстрому, смотрим, что у нас там по ферикам, по гиппосам. Да, гиппосы лишние, надо гиппосы всех просто склевать. Кроме, ну, кроме тех, кто в пачке, естественно. Чтоб неповадно было. А в остальном это третья группа и ферики, да? Ферики живы, да кто там фериков будет убивать? Там некому фериков убивать.
Хорошо, первая группа с героями, вторая группа с дриадами и фейриками, и еще одна группа. Разве с Блендаум можно проиграть? Ну, против МК 10-го, в общем-то, можно. Вообще, нормально можно проиграть. Но Блейд, конечно, хорош. Блейд красавчик. Так, нужно не расслабляться сейчас, потому что... Сделать, во-первых, разведку. Посмотреть, что по центральным базам. Посмотреть, что мы можем... Ну, может, у него где-то собирается, вот, например, еще здесь. Вполне вероятно, что что-то есть. Фейлом все-таки попытаться закупиться. Делать фейриков, учитывая то, что мы доминируем по воздуху. Так, что у нас на этой базе? Есть что? Есть еще. Вот сюда нам и нужно. Готово. Фейл приходит, что-то есть, корона королей, наконец-то. Наши воины и вот так делаем, наверное. Да, за эту базу он будет сражаться. Не, не будет. Странно, неужели у него ничего нет? Что прикажете? Цепляем ФСом. Делаем... Так, ставим вот так вот, вызываем вот так вот. Фаерлорда назад, диспелим волков. Ой, жалко, жалко, жалко вот этого товарища. Привет. Так, давай факторочка. Здесь так. Фаерлорд уже значительно лучше держит удар. Блейдсторм скоро будет. Ай, Фаерлорд, Фаерлорд, Фаерлорд. Можем не отдавать, кстати. Нет, отдаем. К сожалению, отдаем. Добиваем медведя раз, добиваем медведя два. Кто-то меня прикапывает еще. Панду пробуем взять силой. Панда ультует. Блин, квест еще... Черт возьми. Короче, квест тут еще против меня выступает. Да, не стоит, наверное, сейчас. Да что ж ты делаешь? Да, он еще, у него еще алхимик есть. Вот кого надо было убивать. Он продает еще постоянно все. Квест, 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 окей. Квест. Да, он как раз и говорил много, блин. Надо укрепиться на этой базе, сколько там, 4000, хорошо. Блейда выкупать надо было. Ах ты гад. И еще приходят. Блин, как я обожаю этот тимплей. Просто обожаю. Красавцы. Ай, блин, Блейд. Твою же налево, ну. Да. И этот еще отстраивается, у нее есть бабло. То есть нычку мы отдаем. Собаки, а? Вот меня подбешивает, когда человек сначала говорит, ну, мы все умрем, этот выиграет. Потом сидит тихо. Когда начинаешь... Убивать фаворита, он как крыска просто, крыска. Сзади подкрадывается. Что случилось в наших лесах? Так, базы нет. Базы нет, но есть еще дерево. Раз, за эти 4000 нужно сражаться. За эту базу тоже нужно сражаться. Денег не так много. Два древа ветров. Да, конечно. У этого есть деньги. Еще далеко не все. Учитывая еще трех прокачанных героев другого. Что произошло?
Так. Там алхимик что продает. Ладно, с этими-то можно как-то справиться, но... Алхимик с продажей. Ох, идет еще, идет. Это не тот, конечно, ну ладно. Ждем блейдом. Вот и он. Так, мы тебе... А, у тебя ТП-то нет. Хорошо. Нужны мануэлы еще. Ой-ой-ой-ой. Выдувают меня отсюда. Угу, я понял, вижу. Встраивает рядок. Сейчас будет сюда лезть. Гиппосы. Ну, фериков сделаем 3-3. И это будет значительно проще с пандами этими прокачанными сражаться. Подрезаем медведя. Фейерлорда плохо опять. Пробуем МКУ убить. Подблочиваем его. Да. А что делать вовсе? Ух ты! Факта. Блейдсторм. Давай, родной. ТП. И сзади еще приходит, продает. Черт. Погиб наш герой. Добро. Учитывая то, что, возможно, это его последний герой. Так, нычку ставим. Наши воины вступили в бой. Ну и ясно, здесь еще. Фейки умирают. Нельзя их отдавать так просто на героях без блейда. Просто сорбы убивают и все. Так, дерево все еще ждет. Тут возвращаемся. Блейда точно восстанавливаем. Блейд сразу же выпивает. Давай. Еще фейрики. Квест еще может вылететь лимитом. Вот в чем дело. Окей. Поехали. Не успел я. Хороший выбор. Да. Наши воины или бой. Я ю!
Ой. Ай, улетаю еще. Не, надо отступать. Не хватает мне лимита, к сожалению. Надо делать без гипосов. Вы будете видимо противник до тех пор, пока не вырастете. Ё-моё. Так, избежали. Базу надо выщелкивать, Выщелкивать базу нужно. Здорово, Миш, а что насчет Lords of the Fallen? Сегодня не будет. Следите за анонсами, анонсы придут и... будут лордзы. Когда точно не знаю. Так, беда, там же еще много бабла. Надо было сюда прилететь. Не знаю, там в верхней базе у Андеда что-то еще оставалось или нет. Оставалось. Это квест. У квеста 100 лимита, я уверен. Гиппосов точно не нужно отдавать. Ну вон, они на пару даже не харасят он его. Они оба там... работают, в общем, сообща. О! Пару медведей подрезаем. Дальше едем. Что прикажете? Давай лучше форсира, а? Вот серьезно, лучше форсира. Что прикажете? Он сейчас, правда, его стафанет. Не уйдет фейл. А, нет, ушел. Блин, ты, Вась. Не нужен фейерлорд вообще, судя по всему. Слабый игрок. А можно мне эту базу убить все-таки? А, там нет толку от убийства этой базы. Да, фейл, фейл не очень. У квеста 100 лимита, скорее всего. Кто там сзади? Он продает. Рядышком. Гад. Смотреть. Что прикажете? Шодиска. Хороший выбор. Шодиска. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Да. Хороший выбор. Пожалуйста. Что прикажете? У него? Он там все это время выкачивал с бас. Надо приходить. Форсира убивать. Я же приказывал тебе. Уходит. Хотя нет, не уходит. Мы еще тут повоюем. Священная роща отвернена. Ну да. Ну, панда ультует. Да,
У Блейда маны нет. Ох, он сейчас попадет. Здесь... Ой-ой-ой-ой. Последняя панда? Не, не последняя панда. Вот она, панда. Панду убили. Хороший выбор. Наши воины вступили в бой. По славу пылающего. Понятно. Тоже красавчик. Что прикажете? Что прикажете? Надо, наверное, лича мочить. Не успеем. Вот, и у него много-много лимита. Он его копит. Он его копит. И все. И что мне с этим делать, я не совсем понимаю. Устанавливаем фейлов все равно. Все таким. В чем смысл держать гиппоса? В том, что у Андеда, скорее всего, еще раз повторяю, блин, 80 или 100 лимита воздуха, скорее всего, гарги. Не знаю там, кто еще, но... Поверьте, у него есть все. Все у него есть. В большом количестве. Строй себя, мишек. Зачем мишки? Чтобы их продавали. Нужны дешевые спелл-иммьюн, чтобы их сдували панды. Нужны либо дриады, либо ферики. Третьего не дано. Давайте проверим, что у Вест в конце концов, правда ведь? Солнышко, хороший выбор. Слушаюсь и поверю. Поехали. Где-то здесь. Я просто не хочу уходить далеко, потому что... Ко мне прийти могут. Уже как приходили неоднократно. Что прикажете? Да. Да, повелитель. Блин, двое, главное, оба против. Сейчас, они куда-то сюда улетали, наверх. Да. Вон, пожалуйста. Думаете, просто так стоит? Осквернена. Что прикажете? Обороты в норме. Эти семь в норме. Что там? Да. Наши воины вступили в бой. Форсир, Маутон Кинг. Что прикажете? Блин, где же он? Ну, я представляю по продакшену, что, что у него за армия. Представляю. Вырубают мне мунвеллы. К сожалению, без блейда мне сражаться за них резона вообще никакого нет. Надо работать на убийство героев. И все. Что прикажете? Хороший выбор. Может, Маутон Кинга тогда? Что прикажете? Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Или на протектор полететь? Я не знаю. Мунвеллов масса. Под мунвеллами и протекторами он меня очень быстро разберет. Куда, 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 куда?
Зорька, ты чего? О, Фибоначчи начал стримить. Что делать? Нужно получить инфу о том, где, какой состав у квеста. Насколько все плохо и насколько я могу ломиться. Я могу теоретически взять, например, вот этого товарища в пятую группу. И лететь искать. Отбиваясь, соответственно, от Хараса. Остальными. Вот снова здесь. Что прикажете? Что прикажете? Что прикажете? Что карта огромная. Да. Сюда волки, наверное, побежали. Что хотя зачем? Что прикажете? Так, ладно, значит, ищем. Ищем. Веспа убил. Что прикажете? Гарги летели наверх. Наверняка он там их держит. Своих гарг и вермов. Ладно, если будет сражение. А что у него за герои там? У квеста алхимик. Только алхимика видел. А, лич еще, ё-моё. Лич это проблема. Наши воины вступили в бой. Эти всем в норме. Да, повелитель. Проверяем. Нужны маги, которые минусуют броню и поднимают воздух. Окей. Так, два с хлебом. Понятно. Талоны съедят сразу молоточек. Чайник. На это нужно будет потратить Т2, Т3, построить еще соответствующие два грейда и в результате получить дорогущих юнитов в количестве 3-4 штук, которых будут убивать кому не лень. О, вот это плохо. Наши воины вступили в бой. Священная роща поспела. Да, вот поэтому. Подлец. У него ТП есть еще. Надо начинать. Надо демеджить всех потихонечку. С панды причем начинает. Пусть у него слотов нет, поэтому... Пусть она ультует там как хочет. Виндвок. МК убьем. За Казмодан. Сейчас панду отпустит, кстати. Можно ее к ней снова приложить. У него-то нет ТП, правильно? Несколько секунд осталось, по моим ощущениям. Земляная панда, вот она. Давай, 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 давай. А можно же было атаковать пока. Просто главное вовремя. Так, это раз. А вот это два. Отлично, минус два героя. Главный Фейса не стал атаковать из-за того, что у него ТП был. Где же вестовская армия? Все еще актуально. Мунвеллов не хватает. Надо, наверное, эльфа убить. Пока ТП есть, мы можем себе это позволить. Как же все плохо. Вот он, алтарь. Вот что мне нужно взять. Факторочка пошла. Форсир вышел. За форсиром
спускаемся. Хотя там мунвелов. Офигеть. Не, лучше сразу сделать вот так вот. И все. Тинкер, эти могут идти вперед. Пожалуйста. Так, чуть назад. Тоже чуть назад. Алтаря нет. Медведя тоже нет. А вот и... Вот его заначек. Химеры. Что прикажете? Так, назад. Но с этим можно справиться. Что прикажете? Не-не-не-не. Гипосы где? Понятно. Под фонтаном маны хорошо сражаться. Поехали. Только гипсов чуть назад, чтобы... Отлично. Масса химер. Что прикажете? Ох, и тут квест прилетел. Пришел. Что, помогать пришел, что ли? Че же вы не деретесь-то? Стимеры. Надо этим пацанам просто в следующую игру доступ закрыть. А то вообще стыд потеряли. На его базе просто защищает, понимаете? Что прикажете, величайший? О, нет, сражение идет. Обороты в норме. Ладно, лечимся вдруг, в любом случае. Стоп, говорит. Да, договаривайтесь, пацаны. Ну я не знаю вообще, как так можно. Как так можно вообще? Чисто по... Ну там, совесть может, честь. Не. Не слышал. 100 лимита, квест, 100 МГ. Да у тебя-то у самого сколько? Эх. Знаем мы эти штуки. Подтягиваемся. Хелп, конечно. Я вот сейчас прям приду и помогу тебе. Пусть размен идет. Мне даже размен не нужен. 10-10-10. Вообще, вот просто... Просто не нужно мне. Я посмотрю только со стороны, если ты не против. Хотя, мне кажется, что у него, опять же, живые вермы. Так, вижу гиппосов. Отпивается. Ну, все хорошо. Еще гиппосы пришли? Хорошо. Поехали. Вот, смотрите. Ой, панда, 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 панда пришла. Вот панда — это плохо. Панда чья? Этого XDF-ка. Надо валить. Валить всеми, кроме Блейда. О, можно подрезать. Сейчас вообще ни одного юнита лучше не тратить, потому что у того, что у другого лимиты, и мне просто хорошо бы знать. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да, этот на меня пойдет, да? Слушаюсь и повинуюсь. Надо его быстрее встречать. Да. Да. Ладно, пораньше, в общем. О, это хорошо, если бы он... Хороший выбор. Мне нужно сюда сразу, на мейн. Да, потому что он химерами может сразу же. Так, на панду Soulburn. Ставим. Что прикажете? Слушаюсь. Догнать. Наши воины вступили в бой. Да, повелитель, да. Обороты в норме. Да, повелитель. Эти с ним в норме. Ух ты, это здесь просто герои, да? Обороты в норме. Что
прикажете? Блин. Это квестовская база, соответственно. Да, да, повелитель. Что прикажете? Хороший выбор. Блин. С пандой я не справлюсь. Ну, то есть она просто гиппоса всех мочканет. О! Добро. Но перехватывать надо. Пытаться. Если он там... Блин. Ребята, мы не выстоим. Так, Шреддера минус. Да, ГГ, говорит. Как же мне тут... Так, давай гиппосов уберем. Он ко мне идет. Надо убивать. Уводим от панды. Она винной парой кидает. Все склевывается к чертям. Пробуем по кускам его убить. Но это вряд ли получится. Гипсы падают. Надо сражаться за эту базу. Может, химеру убить сначала? Надо было Soul Burn делать. Я не сделал, сейчас развалюсь. Все гиппосы минус. Винвок не успел уйти, потому что под... Да, это все. Это все. Так, тут еще убивают. Ты проиграл, да? Я в курсе. Я способен оценивать ситуацию. Блин. Очень жаль. ГГ. Град жалко, да? Жалко, конечно. Если бы я, конечно, точнее знал, что у Веста можно было маздриадами это все разрулить. Можно было. То есть гипсов вообще не строить, фериков вообще не строить. Ну, гипсы те-то остались, понятно, просто дриад делать. Я был уверен, что у Андеда есть что-то, но ничего не было.